Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, Всадники, Олуха. Третий день и 25 рун, и я забираю. Так, что у нас тут принес Беззубик, давай глянем. Ну, конечно же, дровишки, ух ты. Прикольная штука была. Так, а кто-то у нас тут, ага. Понятно, кошмарный пристеглов. Кстати, у нас уже их две штуки. Так, давай-ка мы его, наверное, в ангар отправим, пускай он там сидит и томиться. И хотелось бы, знаешь, что сделать мне? Немножко отдалить экран. А это делается у нас с помощью наших легендарных драконов. Так, корма. Давай, иди ищи рыской. Так, а ты мне принес, ну, как всегда, мухоморы. Он любитель мухоморов, ребят. Так, подожди, чуть было не забыл опять его отправить. Ну, 83 уровень, отлично. Есть смысл дальше его прокачивать. Так, за древесиной, вперед. Ребятушки, почему сейчас выходят поменьше видео? Я, как вы знаете, болею и, ну, нет возможности. Очень плохо себя чувствую, температуру постоянно. Постоянный кашель, поэтому, ну, вроде бы и хочется, да, кажется, вот, на больничном, фигли, сиди, записываю. Нет, ребят, все не так легко и просто. Если бы это была бы не простуда, а что-нибудь другое, возможно бы, да, можно было бы каждый день сидеть и не париться. Но так как простуда, очень, ребята, больно даже говорить, потому что горло болит очень сильно. Я надеюсь, вы поймете и не будете там, как говорится, меня ругать, обсуждать. Действительно, очень фигово, но я стараюсь как могу. Так, что же нам... еще надо. Возьмем, наверное, рыбки здесь. Так, древесина у нас по фулке, поэтому давай мы, наверное, с тобой отправим кого-нибудь за железом. В принципе, у нас ветрокрыл готов сгонять за железом. Так, немножко разгрузились. Так, этих опять же отправляем. Поручите 7 разным драконам добывать. Это мы уже сделали. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Ага. Слушай, рогобой получил уровень у нас. Отправляем. Так, фейерверк. Я думаю, что его, в принципе, тоже, ребята, есть толк прокачивать. Ну, крутой, на самом деле, чувачок. Жалко, у нас, конечно, не хватает ресурсов. Подожди, а вот это вот с какого перепуга? Вроде обновы никакой не было сегодня. Так, ребят, ну что-то прям аж вообще долго загружалось, если честно. Минут 8 где-то, если не соврать. Так, давай-ка мы, наверное, заберем награды наши. Это загадочный пак с монетками Одина. Так, кревет, ужасный чудовище, громыль. Ну и капелька ресурсов. Так, еще 6 монет. Шторморез, ребята, шторморез у нас готов прокачаться. Кстати, а уровень-то у нас достаточно высок, чтобы его прокачать? Ну-ка... блин, я забыл, куда нужно идти. Я забыл, куда нужно идти, ребят. По-моему, нет, не в наезднике. Да что такое, и тут загрузка. Везде, короче, ребят, надо ждать загрузки эти. Так, друзья, мне пришлось переключиться на другой эмулятор, потому что, ну, там жесть какая-то. Там ждать очень долго пришлось этого обновления всего. Так, давай-ка мы, наверное, опять же зайдем сюда, чтобы камеру немножко отдалить. Вот, и что я хотел? Я хотел прокачать... дракона же нашего, да? Точно. Я хотел прокачать нашего дракона, а именно Штормореза. Есть. Ну что, ребятушки, наконец-то, наконец-то Шторморез у нас получает 19 уровень. И это становится один из топовых драконов, которые у меня есть. 19 уровень. Я очень рад, я надеюсь, вы тоже рады, что так все получилось. Давай заберем с тобой пак. Так, шторморез, костолом, древоруб, клыка, крив. Еще одна карточка, ребята, и он получает 10-й разряд. Да. Цель сегодня, ребят, допройти события. Обязательно, мы что будем сегодня допроходить. Так, и давай я все тут дособирал. Я уже и не помню. Все я тут сделал, что хотел. Так, тайфумеранг. Ой, фейерверк, ё-моё, нифига себе. Да, смотри-ка, опа.
Лети, родной, лети. Получай 105 уровень. Очень хороший дракон. Именно по добыче древесины. Так, этот у меня тут Инферн, тоже, ребята, обязательно качаем Инферно. Тоже, я думаю, что он нам пригодится в дальнейшем. Ну, вроде бы, поэтому пока все. По ресурсам у нас в любом случае дальше не хватит. Так, давай теперь этих ребят проверим, что у нас тут. Шестеренку принесешь? Понятно, спасибо тебе большое. Сарделечка, лети, он в пещерным скалотрясом пообщайся. А, Барсик. Барсик дает 12 рун. Так, иди вон на маскарад. Подурачься там. Развейся. А, здесь руны, да? 10 штук. Понятно. Давай, иди там рога носи. Чьи-то. И Астрид вместе с Грамгильдой у нас... Ну, тут понятно. Тусклый янтарь. Сморкалу он иди обнимай. Танцуйте вместе со Сморкалой. Так, вы забрали все сезонные награды. Ну что, ребята, просто нам перенесли на 590 тусклого янтаря. Начать сезон, конечно, начать, ребят. Ага, новый сезон. А мне интересно, знаете, а что у нас тут? Ух ты, 40 железа. Ну-ка, дай-ка я гляну, что у нас тут, ребята. Ух ты, мрачношип. 8800 конфет, ребята. Хочу мрачношипа. Серьезно тебе говорю, я хочу мрачношипа получить. Блин. Дай боже, у нас получится, как и с предыдущим нашим драконом. С Инферном мы все-таки его заработали, успели заработать. В принципе, ребят, ничего сложного нету. Просто надо каждый день заходить и делать ежедневные задания. И все. Но дело в том, что с моей работой у меня не получается этого. Понимаешь, заходить каждый день. У меня получается только раз через два дня. Ну-ка, что? Все вроде бы мы здесь что могли собрали. Рекламу мы глянули. Да, получается, нам можно идти смело уже на арену. Все потому что отправлены, да? Все что-то рыскают, ищут. Нет, ребят, это что-то отдыхает. Теперь вроде бы как все. Ну что, поехали. Муштра. Ну что, у нас тут пошли паки. Загадочный пак, потом у нас идет пак ареновский с обычными, потом, я так понимаю, с продвинутыми. Но здесь, по крайней мере, не три волны, а две. Лыка-крив, да? Или это ужасное чудовище, по-моему? Ну-ка, бомбанем его. Блин, ну как же все-таки хорошо, что он у нас 19 уровня. Соответственно, у него повышается атака. Ой-ой-ой, а как тут быть? У него повышается атака, у него повышается ХП. В общем, он становится мощным. А этот... Нет, нет. Я думал, что этот сейчас фаербол запустит, но этот решил огоньком пульнуть. Халявщик. Ну что, добьем его? Добили. Так, ребят, прогрузиться умудрилась все-таки игра. Не знаю, что происходит. Блин, Барсиком не смели, а. О, фаербол полетит сейчас. Нет. Не полетел, это хорошо. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Хотя, нафига. Здесь можно просто заколевать. А здесь делать вот так вот. Теперь пускай хоть фаерболит, хоть не фаерболит. Нам все равно. Ну что ты там пыхтишь, кряхтишь? На тебе. Сейчас звезданет. А до свидания, до свидания. Так, крутанем колесо, заберем с тобой, опа, рыбы. Отлично, много рыбы дали, кстати. И загадочный пак. И у нас идет дальше мини-босс. Мини-босс, после которого мы с тобой забираем ареновский пак, который содержит новичков. Ладно. Что там за фея летает? Видел, фея маленькая летала?
Блин, уже три волны сразу же дают. И это, ребята, стражи. Два стража, блин. Такое себе удовольствие-то. Тут, понятное дело, надо понижать сразу броню. И попробовать его уничтожить до того, как он сделает разбег. Чего? Хорош. Начинает тут мне придумывать фокусы всякие. Красавчик Барсик, молодец, ушатал его. Дальше кусаем. Опять же понижаем броню. Это только первая волна, кстати. Две волны еще впереди. Окей, допустим. Так, два престиголовых и водорез. И при этом всем они хитрецы. Все хитрецы. Сейчас начнет разматывать нас потихонечку. Фаербол. Ну, понятное дело, что надо будет хиляться в обязательном причем порядке. Вот так вот. Одним дурачком, как говорится, меньше сделали мы. Ох, ёк-макарёк. Ребят, это плохо, что он вот так вот сделал. Ну, слушай, по 370 хп мы восстанавливаем. Это нормально, кстати. Он еще и промахивается. Как говорится, нам сыграл на руку. Ну и последняя волна. Ёк-макарёк. Вострозуб и... водорезы. Давай я, наверное, так сделаю. Смотри, что делают. А почему все на Барсике переключились? Эй, хламуны. И это сейчас сюда же будет бить. Понятное дело, что ему выгодно бомбить того, у кого мало хп. Убирает, так сказать, конкуренцию. Сейчас распишут Барсика, к сожалению. К сожалению, ребята, распишут Барсика, ты прикинь. Мы в меньш... Нет, ну теперь сравнялись. Блин, я, наверное, знаешь, что сделаю? Я немножко по-другому. Я хочу водореза взять в оборот. Или как? Или лучше этого взять? Нет, водореза все-таки я возьму, ребят. Я возьму его в оборот. Я надеюсь, что он мне как-то поможет хоть. О, отлично. Он его сейчас запечатает. Еще отнял, к тому же, нормально так хп. Добьем тогда уж, что. Ну что, водорез. Надо от тебя избавляться как можно быстрее. Добьет он сейчас, конечно. Ага, вот как он переключился. Это хорошо, что он переключился, потому что ему крышка. Да, сложновато было, но прошли. Очередное колесо, которое дает нам древесину на этот раз. Древесина тоже лишней не бывает. У нас, кстати, фулка по дереву 750. Может быть, кого-то еще отправить за железом. Так, оленовский пак содержит новичков. Кошмарный престиголов. Давно хочется прокачаться. Так же, как и шипорез. Окей. Ну что, два поединка у нас сейчас будет таких. Нет, один будет проходящий. Второй будет, опять же, с мини-боссом. И последний уже будет с босятками. Опять же, три волны. Нам повезло, что у нас здесь идет шустрик. Как раз он под нас подстроен, чтобы мы его как можно быстрее разнесли. На второй волне у нас идет пещерный скалотряс плюс престиголовый. Кошмарный престиголов. Так, я так понимаю, зачем? Я вообще-то не это хотел сделать. Я хотел сделать, ребят, понижение брони. Нафиг. Почему вот так вот иногда тупит игра, а? Я нажал вроде бы. Даже успел сделать, но почему-то не сработало это. Так, мы, наверное, давай залечим рану, потому что, ну, сам видишь, сколько у Барсика хп было. А это все равно на своем настаивает. Этот настаивает на своем. Мы опять хиляемся, да? Да.
Так, Вострозуб и плюс, опять же, Водорез. С Водореза начну. Потому что, ну, Водорез, мало того, что он отхиливается, он еще и блокирует нам способности. Как бы такое себе удовольствие. А этот дурачок просто у нас бьет с разбега. Да и к тому же он страж, и с ним очень долго приходится волтузиться. Ну, будешь разбег свой делать? Ну, естественно. И опять по барсику, да? Предсказуемый ты парень, предсказуемый. Тут уж ничего не поделаешь. Но он не, да, он не успеет добить, а мы его уничтожаем. Ну что, крутанем и заберем рыбу. Ну, тут уже поменьше, конечно. Всего лишь 112 миллионов. Так, ребят, сейчас будет мини-босс. Оп, награду. Заслужили 30 рун. Спасибо. А это что такое? Ужасающий кабан? Прикольно. Пригодится нам, ребят. У нас такого украшения еще не было. Давай-ка мы откроем с тобой Манитудин, это понятно все. Так, шторморез, лаварык, шепот смерти и водорез. Сколько у нас водорезов-то этих? Разместить, конечно же, в ангаре. Ребята, в ангар отправить, да. У нас три штуки, но это... Сейчас, подожди, это три штуки вместе с нашим прокачанным или как? Слушай, там обычный же, по-моему, был, да, водорез? Блин, нет, это, наверное, все-таки был необычный. Вот он. Так, это наш, а вот этих мы с тобой вознесем. 150. Итого у нас 2332 чешуи вот эти вот. А нужно 2500. Ну, опять же, друзья мои, я вам повторю, что не факт, что мы получим с вами вот этого премиального дракона. Не факт. В прошлый раз нам... Ну, тут награды... В прошлый раз нам выпал, по-моему, янтарь и вот это вот все, да? Это все награды, что остались в портале. А, что остались в портале. Вот это вот тоже, кстати, можно было бы приобрести. Ну, конечно, премиум это вообще шикарно. А что, интересно, вот здесь вот? Шипорез. Мрачнокрыл, по-моему, да? Очень много мусора. Очень, ребята, много мусора. Вот такой бы пак получить бы. Ох, ё-моё. Мерзлохвост, мираж, буреград, искромет, опилкопряд. Ну, ветродуй у меня есть. Приливной планер есть. Снежный призрак, по-моему, тоже есть. Громилет есть. И камнемолот. Вот камнемолота у меня нету. Сколько тут вообще этих драконов? Ё-моё, я не знаю, ребята. Сотни, по-моему. Что тут у нас еще награда? А, вознесите трех драконов. Я вознес. Я вознес, все. Так, продолжаем, друзья мои. Куда я залез? Ну что же, мини-босс у нас тут. Мини-босс. Какой-нибудь опять. Блин, сразу три. Ой-ой-ой, ого. Вот это беда. Это, ребята, беда прям. Зашибись, вы хотите сказать, что вы сейчас три энергии возьмете, блин, для того, чтобы... Сейчас будет что-то делать противное. Барсик, уничтожь этого, отлично. Так, ребят, уничтожил одного. Уже попроще будет. Фаербол не стал он делать. Блин, фаербол он не стал делать. Вот стоит ли мне... Блин, я не знаю. Залечиваться. Наверное, стоит. Но... Вот, повысил, ребят, себе атаку. И мало того, что атаку, еще и скорость. Но не успел он этим воспользоваться. А этот, это у нас, ребят, фаерболчик. Сейчас начнет вот свои плюшки, покатушки делать. Нисколечко не удивлен. Нисколечко.
Давай его, кривоклык, уничтожай. Два престиголовых плюс... Тоже такое себе удовольствие здесь. Поехали. Лечим. С этим расправ... Ну вот это, по-моему, да? Да, это, ребята, у нас мощный фаербольщик. Массовая атака, по-моему, только у этого огненная. Что, добью тогда уж? Но кривоклык не сможет его добить. Не хватит ему мощей, к сожалению. А вот Барсик уже, да, Барсик постарается. Ага. Да ладно, на двоих. Давай сюда, срочно. Хиляемся обязательно. Фига он нам всыпал. Этот ускорение сделал, и этот просто хобана пламенем. Все как по нотам разыграли, а? Ты посмотри на них. Ядрить тебе на корень. Три стража, вы что, серьезно? Я не знаю, что тут делать. Блин, я серьезно говорю, я не знаю, ребята, что. Давай, наверное, с громобоя начнем. Ё-моё. Втроём, а? Хилять надо срочно. Еще вытворяет. Не хотят его забомбашить мне. Так, а кто там ходит потом? Нам надо будет обязательно его взять, ребята, под свое крыло. Ну ты понял, да? Под крыло я имею в виду именно в слепоту. Поэтому сейчас просто кусаем этого, берем в слепоту, и я надеюсь, что он будет применять свой суперудар. Отлично. Вжухивай. Фиг, ты посмотри, какой он. Просто сколько он дамага нанес своим вот этим вот ударом. Это, конечно, друзья мои, опасный типок. От слова очень опасный. Так, я опять же накапливаю на слепоту, ребята. Хотя можно его и добить уже. Ну, перестрахуемся на всякий случай. Мало ли что пойдет не так, да? Лучше повесить на него слепоту и спокойно добить уже, не пугаясь его. Поехали, раз-два. До свидания. Ну что, мы переходим к последнему, заключительному, друзья, поединку. Где у нас будет Босяцкий? Только давайте договоримся, чтобы на боссе не было трех волн. Так, Шторморез, Крылатый Ужас, Древоруб, Злобный Змейк, Вострозуб и Кривоклык. Кривоклык, кстати, тоже, ребята, я смотрю, очень хочет прокачаться, поэтому... Но там еще 50 карточек нужно на него найти. 50. Сколько волн? Покажи мне волн сколько. Две, отлично. Ну, начинаем сразу... Ой-ой-ой-ой-ой. Начинаем мы сразу, твою налево, с мини-боссов. Давай быстренько одного уничтожим сейчас. Это злобный змеевик у нас будет. Чем быстрее мы его уничтожим, тем лучше для нас. Тем медленнее будет идти энергия. Эх, я даже не знаю. Ну давай, наверное, сюда, потому что пониженная броня, я боюсь, что они именно с него начнут. Фаербол? Пипец. Пипец, и только не говори, что ты добьешь его. А он добьет. Мог бы добить, ребят. Повезло нам просто. Просто каким-то чудом, блин, чудным. Барсик, давай. Так, слушай, ты опять сейчас фаербол? Нет, там легенький такой фаерболчик был. Че вытворяют, а? Хиляем, конечно же, тут без подхила никак. Сейчас опять в кого-то пшикнет. Сейчас он сделает, ребят, суперудар. Пшик свой. Посмотри. Ну как тебе вот такой расклад, а? И это еще не босс. Я не знаю, кто там у нас босс будет. Ага.
Слушай, ну я тебе скажу, что я ожидал намного хуже. Я надеюсь, что мы здесь все-таки разрулим. Блин, этот стальной капкан, он же у нас, по-моему, понижает энергию, насколько я помню. Ладно, давай начнем с тройного удара, короче. Блин. Залечим раны. Сейчас будем смотреть. Тройной удар обязательно должен пасть первым. Я не хочу, чтобы он накопил себе энергию и, соответственно, начал потом бомбашить здесь. Так, кривоклыка нужно отхилять. Фигею просто. Просто, ребят, фигею, как они тут наяривают. Есть, молодец. Скрита, ребят, ушатал. Так, теперь, наверное, все-таки я буду уничтожать стального капкана. А что он делает с энергией? Я вот не помню, что он делает, ребят, когда у него полностью энергия там накапливается. Какой у него суперудар? Я вот про это говорю. Да что такой тугой ты, а? Ну, что там? Это только у нас понижает, да? Я смотрю, понижает атаку. Ты посмотри. Я его бомблю. Им пофиг. Нет, не надо вот это вот. Короче, тут команда какая-то, я тебе скажу, которая... Я знаешь, что сейчас сделаю? Слепоту повешу. Вот так вот. Пускай он бомбит своего дружбана. Он тоже, кстати, очень мало наносит ему урона. Так. Добиваем. Ну что же, ты остался один, голубчик. Ты остался один под моим, как говорится, чутким контролем. Слушай, ну он же, по идее, ребята, шустрый. Он должен быть разобран с нами на изи. При помощи барсика и штормореза. До свидания. Все, ребят, события прошли отлично. Ну что, колесо? Опять древесина. Ну, древесина у нас уже дофигища. И какой там у нас пак испытаний, да, по-моему? Опа, еще и события тут. Нифига себе, 200 аж получили. Нормально же две награды, ребята. Ать, как тебе? Ужасающий кабан. Как он там выглядит? Мне бы его куда-нибудь... Вот здесь вот. Что это за... Что? Ребята, это ужасающий кабан называется. Ты видишь? Просто какая-то черная дыра. Ну, бывает. Так, и вот, ребят, карамельки. 560. Как говорится, начало положено, да? Так, а теперь я хотел отправить. Ты за древесину у нас работаешь? За древесину. Вперед тогда, за железом. Так, у нас на складе еще дофигища. Оп. Кто-то еще там... А по-моему, только они вдвоем, да, работают за древесину. По-моему, так. Где у нас этот наш? Вот. Иди обучайся, парень. Иди обучайся. Да и ты, наверное, тоже иди. 76-й уровень, да? 76-й уровень. Академка уже забита по полной программе. Ладно, учтем этот момент. Так, забираем серию испытаний. Заколка. О, 100 рун, ребят. 100 рун, хорошо. И костолом редкий. Слушай, а костолом-то у нас сколько? Тоже, по-моему... Ага, два в наличии. Конечно, в ангар. Отправляем его. Ну, вроде бы как все, друзья мои. Следующая серия у нас будет по набитию, скорее всего, паков. Потому что событие в ближайшее время не намечается. Но если оно будет, вы знаете, что делать. Писать мне в комментарии. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.